Привет, ребят, с вами Бес, и сегодня мы вместе с вами будем продолжать играть в игры на iPad'е. Начнем с игрушки Perfect Snap. Давайте-ка запустим игрушку и будем играть тут пары уровней. Вот, постараемся сделать тут хедшоты. Вот, погнали. Можно как-нибудь по этим двоим попасть? Без хэдшота куда пойдет. Можно было изначально этого завалить. Все, последняя часть этой игры. Это этого левела точнее. Все. Один удар, это 4 трупа. Как бонус на левел, но не считается как бы. Такой приятный бонус. Давайте-ка еще один левел сыграем. Классный у нас прицел видеоракеты. Идем дальше, Sparrow.io. Следующая игра. Так. Погнали. Тут постараемся завалить наших соперников. Еще надо собирать с пола вот эти штучки за... Ну, точнее, за счет этих штучек мы становимся больше. Не мы становимся больше, а наше копье. Во, длиннее становится, точнее. Вот так. Окей. Ну, отлично, уже 9 килов сделали. Ай-ай-ай. Вообще не вовремя эти лаги тут появляются. Все, еще 2 килла сделали. Да, короче, в основном, ну, да. В общем, 20 килов сделать. 4 килла нам остается, чтобы быть топ-1 и... Не топ-1, а просто, чтобы пройти уровень. Так, есть. Сделали, ребят, мы это. И левел ап. Отлично. Идем дальше, Ball Blast. Следующая игра. Так. Давайте-ка откроем сейчас ящик тоже. 13 тысяч, неплохо. Так. Ой-ой-ой. Давайте-ка запустим и отключим интернет. Стараемся сейчас с мелких изначально появляться, потому что чем меньше шариков, тем легче. Thank you.
ребята, на самом деле капец какая трудная. Со стороны может все легко казаться, но если вы сами попробуете, то поймете, как все это дело трудно. Начальные уровни, да, легко проходятся, но мы уже дошли 89-го левела. Так что тут уже полная жесть начинается. Все. Так, окей, идем дальше. Hitmaster 3D. Окей. Запускаем, значит, игру. Ну и давайте-ка начнем. Постараемся здесь хедшотами пройти. Ага, вот тут не сдох, значит. Let's go. Два хедшота ему надо сделать. Окей. Сделаем мы что? Мы можем вот так тоже сделать. Окей. Вау. Взорвали сразу все. Что тут было? Ну и давайте-ка вот это вот взорвали по-быстренькому. Отлично. Ну и все. Уровень пройден. Все уровни тут, ребят, такие же. Идем дальше. Here, remove, run. Это немножко по-другому было написано, но суть, короче, вот такой. Так, с подключением, да, нам надо запускать игру. Окей, с подключением, значит, запускаем и подключаем. О, короче, нам от волос тут надо избавляться. Так, тут жесткая тема немножко. Ладно. Так, что-то не получалось у нас все сделать эффективно. Ну, ничего. Постепенно делаем все. Зеленые волоса, конечно, немножко странно выглядят, но что поделать. Так, еще один прифмахер. Окей. Все, вроде более-менее, ребята, избавились. Конечно, не полностью, но 1,8 собрали. Окей, сойдет. Идем дальше. Fishing Battle. Посмотрим, чья мода будет лучше. Так, погнали. Окей. Чурость, давайте-ка вот этот. Эджи. Окей. Так, прическа вот такая пусть будет. Lovely. Например. Так, очки. Вот Sensational. Так. Stunning. Окей. А там написано, что надо было собрать. Ладно, сейчас посмотрим. 5, 7, 9. А наш? О, 10, 9, 10. О, кто девятку поставил? Отлично. Идем дальше. Jelly Shift. Тут будем играть за жиличку. Сыграем, ребят, тут один уровень. Мы постараемся поймать вкусняшку тоже, почему бы и нет. Так, загрузка заканчивается. Погнали. Желейный крокодилчик гоняется за соком, скорее всего, какая-то там вроде газировка. Сейчас еще и комбо постараемся, ребят, набить. Да, все, есть комбо. Берем газировочку. Ну и последние части, ребят. А, вот как-то так. Идем дальше. Последняя игрушка Rolly Hill. Вот мы должны уже играть за шарик и собирать кубики. Погнали. Они не только кубики. Разные блоки должны собрать тут. Окей. Магнит хорошо нам помогает. Ну и больше 300,
Собрали тут мы, да? Да. Понятно. Ну, давайте-ка еще один уровень сыграем. Слишком короткий был тут вроде уровень. О, бонусный левел. Ну, вообще замечательно. Так, один гемасик пропустили. И все. Еще в конце получили ящик. Отлично. Ну ладно, ребят, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.